Мир вашему дому. Сегодня по народному календарю православные христиане празднуют День Вавилы и Неопалимая Купина. По церковному календарю православная церковь сегодня чтит память священномученика Вавилы, епископа Великой Антиохии, и с ним трех отроков Урвана, Филибиана, Аполлония и матери их Христодулы, пророка Моисея Боговидца, обретение мощей святителя Иосафа, епископа Белгородского. Чествуется второе обретение и перенесение мощей святителя Митрофана, Скими Макария, епископа Воронежского. Празднуется собор Воронежских святых и другие православные святые, имена которых вспоминают в этот день. Также празднуется икона Божией Матери Неопалимая Купина. Поздравляем всех с праздником, всех, кто родился в этот святой день. Желаем здоровья, счастья и благополучия. Светлая память, ушедшая в мир иной.